Аліна займається спортом лише в залі зі своїм тренером. Ділиться, змусити себе робити фізичні вправи вдома не виходить. Я думаю, что это зависит от индивидуальных качеств человека на самом деле, потому что для кого-то, когда идет групповая работа, это стимул стремиться к чему-то, а для кого-то вообще абсолютно не нужна публика, ему гораздо комфортнее заниматься один на один с компьютером. На самом деле надо просто вакцинироваться и жить полноценной жизнью, если честно. Проте думки маріупольців різняться. Сейчас очень опасно, вроде риски, болезни. А можно поддерживать фигуру дома и тем самым не набирать лишний вес. Не нужно время тратить, поездки лишние. Даже я в своем возрасте, если бы были спортзалы для нашего возраста, даже я бы ходила. Потому что спорт – это… Я всю жизнь занималась, да, и спорт – это ни с чем не сравнимо. Онлайн-тренировки, потому что можно дома заниматься, это удобно. Не у всех хватает времени ходить в спортзал, а дома можно удобно и хорошо. Відтискання, скручування, присідання та планка. Такі фізичні навантаження допоможуть підтримувати себе у формі, навіть не виходячи з дому, запевняють фахівці. Олеся тренує як у спортзалі, так і за індивідуальними онлайн-програмами. Ми з положення прямо виходимо повністю, як ми виходимо в планочку. Найголовніше, ми не згибаємо наші коліна. И таким образом мы прорабатываем заднюю поверхность бедра. Нужно поддерживать свою форму и приходится заниматься онлайн. Они, конечно же, эффективные, но мне как тренеру, конечно, тяжеловато, потому что нет все равно той возможности, допустим, взаимодействовать с человеком, корректировать его технику исполнения того или иного упражнения. Но все же это все равно лучше, чем не двигаться вообще. Для домашніх тренувань достатньо мати скакалку, гантелі, обруч та килимок для йоги. Проте онлайн-заняття все одно не такі ефективні, як у залі, діляться спеціалісти. Но если нет другой альтернативы у человека, то наши тренера предоставляют такую прекрасную возможность заниматься онлайн. То есть можно написать тренеру, он составит там программу тренировок, разработает план питания. И если у человека нет сертификата вакцинации, то будем работать онлайн просто с человеком. Лікарі ж наголошують, онлайн-додатки, які розраховані на швидке схуднення за декілька днів, взагалі не дієві, ба більше небезпечні. Здесь, я все-таки считаю, здесь нужен взгляд медика. И уподобляться таким рекламам, я бы сказала людям, всегда надо осторожно. Потому что вы не знаете, какие у вас соматические заболевания есть. Аби ж займатися повноцінно у спортзалі, слід мати негативний ПЛР або експрес-тест, чи зелений сертифікат, який підтверджує повну вакцинацію. Карина Телепіна, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».